Всем привет! EA Sports в разных частях FIFA уделяет большое внимание празднованиям голов. Самые яркие оригинальные празднования из реальной жизни разработчики переносят в игру. Не так давно в матче Кубка Французской Лиги Неймар подкинул работенки создателям FIFA. Пожалуй, это празднование уже сейчас ждут в игре очень и очень многие. Бразилец снял бутсу, положил ее на лоб и потанцевал. Такого еще не делал никто. И, конечно же, это молниеносно взорвало интернет. Естественно, из-за того, что бутса и ее производитель попали в кадр, многие начинающие шерлоки углядели в этом праздновании коммерческие нотки. Якобы Неймар таким образом прямо во время матча устроил рекламную акцию одного популярного бренда. Но форвард ПСЖ сам решил развеять все слухи и угомонить шумиху. В инстаграме Неймар рассказал, что же это празднование означало на самом деле. Ни о какой рекламе здесь речи и не шло. Таким оригинальным образом Неймар посвятил забитый в ворота Амьена гол своему старому товарищу Жоау Сельсу Мораешу. Игрок ПСЖ этим празднованием поздравил своего приятеля с днем рождения. Они вместе тренировались в Академии Сантоса, но у Жоау с профессиональной карьерой не сложилось, и в 2010 году он начал карьеру агента. Причем же здесь тогда бутса на лбу? У друга Неймара есть свой козырный трюк. Он умеет держать на лбу стаканы с напитками. Неймар интерпретировал этот талант в футбольное русло и очень круто поздравил своего старого товарища с днюхой. Наверняка виновник торжества был приятно удивлен таким подарком. Если, конечно, Неймар всю эту историю не выдумал, чтобы угомонить шумиху. Не поверите, но в соцсетях нам таки удалось найти Жоау и его фото со стаканом на лбу. И у него действительно был день рождения 10 января. Но ради приличия Nike должен тоже отправить пареньку хотя бы поздравительную открытку. Свою долю хайпа из этой истории бренд поимел, причем весьма солидную. Как бы то ни было, празднование Неймара уже стало историей, и оно абсолютно точно достойно занять свое место и в фифашке. Ставь лайк, если хотел бы увидеть это празднование FIFA 19. Пиши в комментариях, какое из уже существующих в игре празднований ты считаешь самым крутым. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видео от Кибербола. До скорого!